Краевой фонд науки выделит 7,5 миллионов рублей на разработку новых технологий в строительстве и энергосбережении. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций и инноваций края. Поддержку получила технология многослойных строительных конструкций нового поколения. Она особенно актуальна для строительства на севере. Сейчас идет возведение первого здания в Емельяновском районе. Другой проект – полный цикл производства светодиодных светильников. Они поддержаны в рамках конкурса внедрения научно-технических разработок фондом науки. Также они получили поддержку в рамках целевой программы развития инновационной деятельности.